Один из достаточно влиятельных людей в этом городе. А вот на благо города он что-то делает? Это зависит от их внутренних взаимоотношений. Ну вот вы что-то замечаете полезного? Ну, насколько я знаю, только из новостей. То, что там есть, то, что он сделал больницу, сдали ее вроде бы. Ну, в принципе, человек достаточно долго в этом городе, и я думаю, что свою долю в город он носит. Облагораживает, строит. Дома строит классные. Строитель, бизнесмен. Аднан Киван – это популярный человек в Одессе. Меценат. Меценат, да, спонсор. Все знают его кадор. Да. Компании, да. Вот 10 тысяч деревьев, например, он тогда купил. Ну, он постоянно там делает аллеи, там парки новые, рестораны, кафе, фитнес-клубы, залы. Ну, в общем, улучшает облик города. И, ну, тем самым повышается настроение граждан. Были на выставке в Кадоре. Очень понравилось. Квартиры раздает, да, какие-то акции проводят. На самом деле мы восхищены новостройками всеми этими, которые молодцы, хорошо строят. Он обустраивает его с домами. А какие-то социальные объекты слышали? Социально, да, конечно. Поликлиника, там, больница, детсад. Меценат. Делает для нашего города какие-то приятные, нужные подарки.